энергия, драйв и яркие эмоции. За это сегодня так любят рок-музыку. Известные хиты этого направления и песни собственного сочинения на днях звучали со сцены Центрального парка в исполнении видновских молодежных групп. Музыканты из From Coal тяготеют к металкору. Тяжелый стиль близок к каждому участнику группы. Я сама по натуре такая, достаточно бунтарка, назовем это так. Вот, поэтому очень даже хорошо все. Вторыми выступающими стали воспитанники рок-клуба, ребята из Reading to the Paradise. Их стиль заметно легче, чем у коллег. Несмотря на такую разницу в жанрах, зрители слушали артистов с большим интересом и уходить не планировали. Я хочу, чтобы молодежь развивалась в правильном направлении. Если они берут это направление, пусть они его ведут дальше. Чтобы их не швыряло со стороны в сторону, пусть они развиваются. Пусть больше будет таких концертов. И это желание вскоре исполнится. Уже в конце сентября на сцене Дворца культуры состоится традиционный марафон «Рок за здоровый образ жизни». Выступят 6 команд и один хедлайнер. Об этом чуть позже будет известно. И каждая команда готова представить свой жанр, свой стиль и, конечно же, свое негативное отношение к наркотикам и вредным веществам. Марафон станет 25-м проведенным рок-клубом в муниципалитете. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ.